Ребята, всем привет, с вами Александр, и свершилось чудо, у нас Jurassic World Live, наконец-то я насобирал здесь клеточки нового динозавра, кстати, еще два. Что-то кто-то появился или нет? Что-то я еще двух динозавров абсолютно не видел. То есть это не гибриды получается, подождите, вроде бы ж не было двух, но ладно. Сегодня не об этом. В общем-то, я, ребятки, насобирал наконец-то Мирагея. Такой вот у нас есть динозавр, что-то похожее на кентрозавра. В греческой мифологии геи звали богиню земли и мать всех богов Олимпа. Так, это титан, да, наверное, как там они? Титаны, да, вроде были. Так, Мирагея переводится как прекрасная земля. Мира, это прекрасная гея земля, прикольно. И это имя отлично подходит столь нежному травоядному. Нежному, ну как бы оно вполне себе защищенное. Нежное это какие-то зауроподики, у которых крохотные... Я вообще даже не представляю, как, прикиньте, маленькие зауроподики могли выживать. Вот я смотрю передачи про животных. Там показывается, что чтобы там диплодоку вырасти, там хоть нужно 10 лет прожить. То есть он 10 лет без защиты. То есть он не умеет быстро бегать. Он не может там как бы спрятаться. Он ни черта не может. Ему надо 10 лет выживать в лесу, где полно хищников. Я вообще не понимаю, как они все выживали. Потому что они настолько маленькие, да, что они не могут ходить, в принципе, с большими зауроподами. Потому что, извините меня, там 50-тонный динозавр, он просто не заметит там 100-килограммового детеныша своего какого-то. Он просто их рядом растопчет. То есть они, по мнению ученых, маленькие зауроподики жили отдельно в лесу, короче, не с родителями. И вообще не понимаю, как они вообще там выживали, просто жесть. Мне просто их искренне жалко. Так, ну что, давайте создадим. Ну, у меня, правда, прокачать не получится, потому что их на карте я не встречал. Они у нас, по-моему, только эксклюзивные для какой-то арены или там еще для чего-то. В общем-то, они мне попадаются только в башнях. То есть, ну, как награда за сражение в инкубаторах всяких там. Ну, обычный кентрозавр. Мирагея. На вид как кентрозавр. Под драконьим его, блин, жаль, что он первого уровня. Да вообще, наверное, как сможем ли мы его вообще хоть как-нибудь опробовать. Шанс, так, урон плюс щит, можно отрегенерировать и очиститься. Но это как бы бесполезно, если бы это было щит и регенерация. О, это было бы толково. И есть контратака, то есть у нас только обычный удар со щитом есть и контратака пассивная. Вот и все. Ну, скорость 117 довольно неплохая, но не знаю, сейчас посмотрим, сможем ли мы его вообще как-нибудь применить. Потому что у меня есть там башня, башенька одна есть. Это наш самый слабый динозавр на данный момент. Крутись. Мирагея. Готово. Ну, давайте сейчас попробуем зайти вот в эту башню. Здесь три битвы, и урон 359, а у Мирагеи сколько? Жизни 800. Ну, по крайней мере, мы попытаемся. Так. Давайте. Посмотрим, хоть как она выглядит вживую, да. Сравним по размерам и т.д. и т.п. А во второй части видео у нас будет тоже прикольное сражение. Так, ну давайте начнем с Мирагеи. Так, против нас Дилос, он, конечно же, проходит первым. Отвлекающий, но это опережающий удар. Нам как бы не подходит. Сейчас я на второй ход, конечно же, использую опережающий... О, это была контратака, точно. Интересно. Сейчас у нас будет опережающий удар. Сколько щит держится? Так, мы снимаем с себя негатив, то есть мы сейчас его контратакуем по полной. Не помню. Ага, у него был удар этот центризатор. Так, мы его пробиваем, смотрите. А, фигушки мы его пробиваем, уже использовали уже свой удар. Но пробили. Это удивительно. Это было удивительно. Это просто, ну, больше, чем я от него ожидал. Ой, даже победа? Прикольно. Справился. Справился наш молодец.
И все. Так, давайте еще глянем на нашего пуралитика, он мне тоже нравится. Классный. Кстати, я его даже могу качнуть. Давайте качнем. Блин, прикольный крокодильчик. Кому нравится пуралитик, ставим лайк. Так, я даже литрона наловил. Даже смогу его качнуть на 10 уровень. Давай, качнем его на 10 уровень. 80. Ух, нам вообще крутануло. Мимо литроновца не проходит. Все время игнорировал их. Древних пред... Это же древний предок Тирекс. Так, там. Целых 800 монет. Ну я там что-то потратился в прошлое в одно время. У меня осталось аж 2000 монет. Вот это за несколько лет я собирал 70. Так, ладно, мы возвращаемся к нашим пирогам. Посмотрим, что у нас тут сейчас будет. Так, появляйся, башня. Башенька появилась. Схватка. И у нас опять идет ездилос. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Так. Кого взять первым, наверное, Пуралита, если там будет... Не хочется сейчас просто попасть Мирагеей на Дилофазавра опять. Вот надо было так сделать. Так. Ладно. Так, сейчас же будет паралич. Паралич сработал. Пробьет, да? Пробьет, гаденыш. А, мы побыстрее. Мирагея. Ну хорошо. Давайте сейчас поставим щит, потом еще контратакуем, он нас никак не снизит, в принципе мы его пробиваем. Так хорошо. Так. Сейчас меня проатакует своим сильным ударом, блин, ну придется это использовать. Я хотел бы это использовать на следующий ход, когда уже у нас будет. Контратака, у нас какого уровня? А, у нас одинарная контратака, блин. Ах, так и пробил, но это такое дело. Ладно, у нас для этой цели есть эхо, которого мы давно не видели. Давайте продумаем сразу, да и все. Вот и все. Но у нас еще есть один боечек, так что мы незамедлительно это проверим. Итак, у нас вот такие вот противники. Ну ладно, давайте попробуем. Попробуем пободаться. Мирагея. Ну она хорошо держится. Как бы, ну, на то, что она первого уровня. У нее такие совсем не особые удары. Но неплохо получается. Хиляет себя хорошо. Мирагея. 50% регенерации. Это нормально. Так вот, мы попали на Эйниозавра. И отлично, мы быстрее. Да, 117 скорость все-таки. И мы хоть сейчас будем его по полной дымажить, не знаю, 1200, может, не сможем. Так, я еще раз ставлю щит, а на следующий ход уже буду использовать
Да, то есть он легко пробьет. Паралич, да, сработал паралич. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, подождите, паралич сейчас должен пройти. И я смогу воспользоваться опережающим ударом. Ага, нам еще один паралич, да? Дают. О, прошла. Я вот это думаю, успею ли я использовать. Так, ну тут надо подменяться, иначе как бы совсем. Ух ты, у нас тоже есть тенденцозавр. Давай, паралич. Конечно. Сработал, вот, потому что этот удар глючит. Так, приоритет имеет, да, удар с подмены. Ну, мы снизили ему, неплохо. Но у него же есть очищение, правильно? Он должен его сейчас использовать, по идее. Нет? Он тоже, короче, решил нас снизить. И оба заблокированы на подмену. Довольно прикольно. Снижение скорости. Это позволит нам еще разок проатаковать. И очищение вообще шикарно. Мы прекрасно подошли к нашему новому противнику. Мы ему паралич сможем задать. Так, но это не была подмена, потому нам паралич не прилетел. А вот ему паралич с удовольствием. Не сработал паралич, обидно получилось. А его сработал. Как же иначе? Нет, не сработал! Надо было обычно добить скоростной. Так, два. Неплохо. Так, кстати, может, где тут мой пуралитик? Пуралитик. Мой любимый пуралитик. Специально на него подменюсь, чтобы мы никого не потеряли, хотя я сейчас легко бы его запараличил, да и все. Это подмена, мы получим щит. Не понял. Где был нанесение урона в обход брони? Вы это видели? Я не видел. Что за дичь? Вот эта вот фигня глючит. Паралич держится два хода. Чё за жесть, а? Ну, вот такая вот, короче, лабуда происходит иногда. Не совсем понятно. Но мы никого не потеряли. Сейчас мы... Да, ну а сейчас, ребяточки, перейдем еще к одним боям. Там у нас интересный, по-моему, гибридик предстоит. Попался мне такой вот редкий турнир, ну, редкая башня. Три гибридов, представляете себе, против нас. Дима Дактиль, которого мы знаем, у него есть кровотечение и подмена. Хороший такой динос есть. Потом Тиранолафозавр, которого мы еще не создали. Так, 2500 на 1000 силы ударов, снятие положительных эффектов, снижение урона и пробивание брони 1.5 и 2. Кстати, он в этом плане похож на нашего вот этого парнишку, наверное. И вот это существо, Дракоцератопс. Ускорение, очищение, паралич и подмена. Вот такие вот, короче, существа. И нам тут рекомендуют брать кого? Брать существ с иммунитетом, защитой от замены. Ну, так, таких у меня, ну, сходу не вспомню, кто из них. И способность разрушать оборону. Ну, в общем-то, для этих целей я взял, возьму Диморфодончика, Индораптора, Индоминуса и Трикозаврика. Давайте пойдем. Начинать будем, наверное, с... с Димитродона.
знаю, какая у него там скорость, сила удара. Тыррам-пам-пам. Давайте вот так. А в обход брони сделаем на следующий удар. Так, мы оказались быстрее. Прикольно. Как ты там у нас? Тиранолохозавр, да? Или дилотиранозавр? Ну да, не звучит. Паралич. Ой, какой он крохотный. А вот мы его догрызем, я так понимаю. Хотя жизнь у него была довольно-таки не кисло. Трешечка жизни у него была. И бьет он под косарик, да? Так, вот гаденыш, он сейчас нас пробьет. Сколько у него там показателей? 119. Но он и так нас пробивал. Чуть-чуть не хватило, так бы выжили. Было бы неплохо. Ну, не хочу индораптора вызывать сейчас, конечно же. Просто хочется попадаться вот всякими разными существами. Кровотечение нам автоматом раздали. Ну, у нас, да, индоминус ему по барабану на это все дело. И никуда ты, парнишка, не денешься. Так, ну этого мы сожрали. Так, он еще раз атакует. Но мы ж пробиваем без вопросов. Ну, кровотечение нам вообще не страшно, еще и мы уклонились. Вау, полторушечка, это круто. Он быстрее, но он нас не пробьет. Надеюсь. А, красавчик. Да, остался один. Он быстрее. Давайте его просто контратаками добьем, наверное. Повышение скорости вообще как бы не впечатлило. Давайте вот так вот сделаем. И то, что он у нас парализовал, как бы по барабану. Кстати, да, посмотрел, вот эти ребятки, трикозавры у всех, короче, топовых игроков. Блин, ну что, двойной урон? Почему? Два удара, два хода паралич какой-то. Так это дичь. Ну хорошо, хоть у него удар не такой страшный. В общем-то, ну, легко мы разобрались, противник был довольно невысокого уровня. Четыре тысячи монет, я потому что все монеты потратил на прокачку динозавров. Остался гол как сокол. Так, ну и эпический анкилозавр.